Дорогие друзья, Большой Тест-драйв имеет честь сообщить, что вы смотрите не канал каких-то лохотронщиков, профессуры, академиков, черти откуда. Вы смотрите на Игоряшу. Игоряша – это наше все. Мужчина, который слово дал, слово сдержал. Правильно? Естественно. И, наконец, сегодня, господа, мы можем представить вам действующий образец нашей неоказии, в которой, можно сказать, установлены органы управления. Установлены органы управления, оба мотора подключены и работают. Вся подвеска собрана на новых комплектующих. Работают коробки передач. Коробки передач обе работают. Сцепление работает. Сцепление 1 на 2 мотора. 1 на 2? 1 на 2 мотора, и педаль газа может переключаться. Либо один мотор, либо два мотора работают. Ну и как вы видите, друзья, мы установлены сидушки, потому что без сидушек ездить просто нереально в автомобиле, правильно? Ну, конечно, особенно в гоночном. И сегодня мы посмотрим, как эта машина ведет себя на дороге, ребята. Тест-пилот Игоряша. Да. И, внимание, впервые в автошоу-бизнесе наш тест-пассажир Рустам Иванович. Манекен. В роли манекена. Да-да, в роли манекен. В роли манекена Рустам Иванович. Вот. Поехали. Я предлагаю выйти из тени и оказаться на трассе, ребята. Поехали. Вот он, этот исторический момент. Вот он, наш первый выезд. Вот она, наша Супер ОКА из проекта Неоказия. Это Игорь, который собственными руками вместе со своими парнями из команды сделали это. Подписывайтесь, кстати говоря, на канал Игоря. Мейд гараж, там дневник, полное техническое описание того, как мы все это строили. Парни, это вам не просто какие-то погремушки. Сделано все серьезно. Первый выезд, после этого тачка будет разобрана и собрана уже в окончательном. Потому что задние колеса на глаз выставлены и еще не отрегулированы, да, поэтому ее носят вообще. Но едет. Тут просто сцепление еще из-за того, что на два мотора. Страшнее было только не знаю где. Блин, адская тачка. Адская тачка. Есть сериал «Адская кухня», а это сериал «Адская ОКА». Далее. Ад, ад. Конечно, не хватает системы вентиляции в машине. Очень жарко. Но ничего, парни, есть над чем работать, правильно? Для того, чтобы уже в следующей серии вы увидели проект, который будет доведен до конца. Это был испытательный выезд, правильно? Вот да, как вообще испытатель... самый сырой. Вообще. Есть испытательные полеты, правильно, Сережа? Рустам, да. Позвольте вас поздравить с получением внеочередного звания говновод. Почему? Говновод! Я видел в заднее зеркало. Чувак, говно ровнее плывет, когда по реке. Что ты обсираешь-то наш проект? Ничуть не обсираю, просто констатирую. Погибли, ребята. Как это погибли? Только жить начинаем. Ну что, ё-моё. Вот, товарищ понимает, о чем речь. Молодец, крещение получил. Ну выходи, выходи. Фу, самая главная деталь. Парни, все, теперь я знаю. А, блядь, подожди, подожди. Откуда выпало это? Чека. Чека. Да ладно, блядь. Не нажимай, не взорвёшь. Фу. Ну чё, брат, ты доволен? Это для наружного применения, запомни, не для внутреннего. Не, ну а как? Как? А как летчики взлетают, правильно, на самолетах, которые никогда не летали? А вы думали, по-другому создавался ВАЗ? Нет. В целом. Да. Нет. Испытательный полет. Ну все, короче, парни. Игоряша, спасибо огромное. С первым выездом, парни, с первым боевым крещением. Команду, вот, снимите команду, вот, ребята, которые ночевали здесь. Мой тесть Николай Саныч и Денчик. Кстати, Николай Саныч и Денчик отсиделись в люкс автомобиле полноприводом, да, чтобы от беды подальше сзади шли. Не взяли на себя ответственность, но... Значит, какой план работ теперь? Теперь надо полностью все разобрать, потому что мы уже выяснили, что есть кое-какие косяки, кое-какие недоработки. Есть предложение, на всякий случай, запомните для истории, разобрать и сдать металлолом. Да, да. Выкраски, выбросить. Тебе страшно было за меня? Нет, да, я понимаю. Не, в общем, мы все разберем, да, работаем подвеску, потому что сейчас стоят колеса непонятно как, поэтому ей невозможно управлять. Мы все выставим четко, поставим там, если надо, где-то шарниры, сход-развал, да, естественно, да. Надо ручник только гидро поставить, и все, можно, в принципе, подрифтить на ней нормально, на треке. Короче, парни, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну и следующий выезд ждем, правильно? Да, да. Уже на площадке, где мы как-нибудь попробуем пожечь резину. Ну, кстати, с названием-то я не ошибся. Г. Г, да. Это комплектация. Комплектация Г. Все, парни, спасибо. Саныч, спасибо, спасибо. Денчик, спасибо большое. Ставьте лайки, отмечайте колокольчик нахер. Да. Но было очень страшно.